Привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зубы, и сегодня, ребятки, будем чилить за кальмара, осьминожика Фейт, да, осьминог и не кальмара. Понимаю. Ну вот так это. И будем сегодня бегать с устрашающей косой, наказывать, так сказать, немножечко противничков, пугать их, наверное, больше, чем наказывать. Ну вот, как-то так. Посмотрим, получится, не получится. Фейт персонаж достаточно сильный, в любом случае, особенно сейчас, когда... Активный навык у Фэй просто, ну, стал давать замедление, это жесть. Он и раньше был как бы не слабенький, но с замедлением он стал прям очень жестким. У нас здесь золотой лук. Мы его прекрасным образом подлутаем. Автоатака как красивейшим образом стреляет сама по себе, куда надо. Нравится. Но главное, что мы можем попадать куда надо. Единственный минус у активного навыка Фэй это то, что, ну, его маловато. Маловато. Кстати, заметьте, даже активную навыку сделали массу. Заметьте. Я добил, кстати, ботика. Жаль, что мне не получится отобрать. У меня есть, кстати, вот такой гневный смайлик. Ну, что вы хотите? Какие тут уровни, да? Сами понимаете все. По баку бахаем, отнимаем у него здоровье. Закинем активный навык. В никуда. Прекрасно, я считаю. В никуда закинутый активный навык, это всегда прекрасно. Но самое прекрасное, это когда в команде 2 Фэй. Почему? Ну, потому что это слишком жестко становится уже. Там, кстати, Тони сильный, надо с него выбить. Желательно, конечно. Аптечку, точнее, хпшечку. Что мы, в принципе, делаем. Один раз вынесли. Сейчас просто нужно постоять, подождать перезарядочек. И второй раз вынести. Но, скорее всего, второй раз я в Тони уже не попаду. Будем попадать, кого будет попадаться. Да блин, что ж такие все уворотливые. Акула добили. Достаточно легко. Хамелеон убежал куда-то и умер. Гений очередной. Теперь по змее бахнули. Но видите, еще минус, да, этого предмета. То, что вы бахаете, а противник уже мертвый. И смысла... Да блин, как я мог промахнуться, ну? И смысла как бы от этого нету. Хотя вот я на змею уже 2 раза закинул. Повезло змее. Достаточно, так сказать, живучая попалась. Выдержала аж целых 8 секунд выживания против меня. Мощно. Нападу, кстати, тоже залетел. Красивый удар от косы. И снял у нее здоровье. Но, к сожалению, все, противники закончились. О, Тони. Да, блин. Я кого-то случайно убил. Я вместо Тони кого-то случайно убил. Но Тони все равно получил плюху. А нет, я же добил того чувачка, если на него потратилось, да? Обидно. Очень обидно, но... Какой-то Тони слишком живучий. Вот у меня Тони так не выживает вообще ни разу. Умирает за секунду прям. Особенно, когда столько в него урона вкидывают. Там 4 противника урон кидали. Как он мог выживать, вообще непонятно. Ладно. Какой-то такой... Не очень хороший бой получился. Я в кого-то попал. Брюс, куда ты бежишь? Блин, он еще копьем прыгнул. Ну, короче, ноль реализации активных навыков, вообще просто ноль. А зачем, если и так все умирает, да? Ну, вот и я там же. Бессмысленно. Хотя он очень хорош, и навык. Особенно, когда 2 фэй, они могут вот условно такую зону законтролировать. Один кидать сюда, да? Второй кидать сюда. И все, вот эта зона, она законтролирована. Особенно это круто смотрится на железной дороге. Вот вроде бы думаешь, что там фэй может на железной дороге? Там же ближники тащат, да? А вот закидываешь эти штуки, и ближники нифига не видят. Нет, конечно, там можно разглядеть, понять. Плюс на автоатака затащит, но все равно. Очень большое преимущество, плюс замедление. Особенно если какой-нибудь не самый быстрый персонаж на железной дороге, то смотрится очень даже хорошо. Поэтому 2 фэй могут железную дорогу затащить. Я против таких фэй играл, было очень сложно. Конечно, побеждалось за счет урона, там за счет чего-то, но было очень сложно. Ладно, где там последний противник? Где эти гении? Все, нету гения. Победка. Красивая, мощная победка. Надеюсь, нам сейчас попадутся противники посерьезней. Что по уровню игры, что по уровням вообще. Да, потому что хочется все-таки немножечко. Немножечко. Не то чтобы побомбить, погореть, а просто чуть-чуть более напряженный бой хочется. Чтобы было интересно, чтобы активный навык хоть немножко можно было реализовать. А то как-то скучно. Стреляешь и все умирает. Ну как бы скучно. Так, ну ладно. Закинем сразу активный навык. Чтобы, возможно, на бака там не быканули раньше времени. Но у нас большие проблемы. Я так подозреваю, сейчас будут. Жирафа я закинул. Еще какой-то Тони. О! Как говорится, соклане пришли драться.
Лучше бы ты дрался, а не это самое. То драка это всегда хорошо и интересно. А если не дерешься, то скучно. Вот, мог бы подраться против нас. Но он убежал. Так, ну жирафа нам бы догнать, добить бы. Было бы неплохо. Блин, как же он отталкивает. Как же он отталкивает. Опа, легионработик. Но нам бицушку надо добивать, поэтому... Так, замедлим их. Таким навыком. Он пока летел, они выбежали. У меня как назло не везет. Как назло бицуха не набивается. Косу попробуем закинуть. О, начал драться. Хорош, хорош. Покажи нам, что способен. Давай. Дерись. Давай, до конца. Дерись. Блин, как же он регенится, не понимаю. Я, кстати, опять ему косу накинул. Все, добили. Добили варгейминга. Добили, бедняжку. Эх. Конечно, можно было его оставить на потом. Но вдруг он рейтинг не пустит. Вдруг. Мы этого, как говорится, не знаем. Ладно. Надо найти остальные сквады и уничтожить их. Может быть, сейчас вообще стоит побыковать в соло. И, так сказать, с легендарным дробовиком показать всем, кто-то здесь батя. Ну, возможно, стоит. Все-таки легендарный дробовик, что, не зря отжимал у никсов. Наконец-то, спустя миллион лет отжал хоть что-то. Как же с него прекрасно бахать. Этот легендарный дробовик, это просто нечто, ребят. Просто нечто. Как же он прекрасен. Сейчас немножко автоатаки врубаю, потому что смысла целиться здесь нету. И так, как говорится, все умирает, да? Вот я об этом и говорил, ну... Вот так каждый бой. Я, конечно, понимаю, что нужно было бы... Нужно было бы поднять рейтинг и играть с более жесткими ребятами, но, блин... Тогда клановые бои набивать сложно, всякие ивенты выполнять сложно. И смысл в этом всем? То есть опять сливать рейтинг по итогу, чтобы играть адекватно из-за того, что нету баланса в игре? Ну, такое, такое. Печальное, да. То есть если был бы баланс, окей, я бы был бы не против играть на том рейтинге и делать задания на том рейтинге, на котором я нахожусь, да? Но сейчас, когда ты просто встречаешься с каким-нибудь 20 уровнем, да даже 18 уровнем встречаешься с 20, это больно. Скажем так, мягко говоря, да? Очень больно, я бы сказал даже так. И просто из этого не можешь вывозить. Там легендарный бот был, кстати. Легендарный бот, это хорошо. Это мы любим. Это нам нравится, это мы любим. О, гранатка вроде бы, я сразу ее начал... Да как он ее поднял? Да что это за... А, там кофе, я извиняюсь, ребятки. Там кофе, я просто смотрю на енота и не вижу кофе, понимаете, в чем прикол? Я смотрел и не видел это кофе. Жесть. Я думаю, как? А, ну там по нику все понятно. Зацените ник, ребятки. Совпадение, да? Не думаю, не думаю. Эх, у меня такая хорошая кастеточка. О, опять попался. Какой же он невезучий, постоянно против меня попадает. Не за меня, а против. Не фартит, не фартит. Ну дерись до конца, давай. Кто победит сильнейший, так сказать. А мы так пока пингвичиком займемся. А то лев его тут за контроль взял. Давай, дерись. Лобак, дерись. Так, ну вроде против нас начали драться теперь, все. Попробуем сейчас закинуть весь урон по максимуму. Так, здесь у меня пока что все хорошо. А что они живучие такие, я не понял. Ой, что-то больно. Что-то было больно. Ну ладно, мы пока выжили, пока сойдет. Больновато, конечно. Против противников сильных достаточно драться. Очень больновато. Но пока что живем. За счет разных особенностей, так сказать, и силы все-таки фей. Пока что можем себе позволить выжить и затащить. Так, ну я здесь аптечку специально поднимал, чтобы было у нашей команды. Все, закинули урон на автоатаке в основном. Так, баг знает, сколько-то врывается здесь. Могу себе позволить вот так вот пострелять пока что. Там жираф стоит в кустах. Он разваливает. Ну мы можем ворваться в жирафа, мне это не сложно, в принципе. Что мы в принципе и делаем, да? Пока жираф чилит и не может не понять, что происходит, мы в него врываемся. Единственный минус, конечно, что вот ребята здесь отстали немного от нас. Так, немножко спрячемся. Бахнем сюда парочку выстрелов. К сожалению, не попадаю ни в кого. Они все разбежались просто. Они просто все разбежались. А жаль. А жаль. Хотелось бы подраться. Ну, вот такой замес. Даже два сквада и те разбежались. Слишком сильный фей получается.
Коса устрашения работает хорошо. Поэтому чисто вот ради устрашения, да, можно взять. Но в реальных боях лучше возьмите дефибрилляторы, ребят. Дефибрилляторы — это сила-мощь. Он поэффективнее будет. В разы. Прям очень в разы эффективнее. Прям очень-очень эффективнее. А тут без шансов у вас, ребятки. Тут у вас без шансов. Фейс слишком сильна. Фейс слишком сильна. Плюс коса душит все-таки. Даже сильных игроков. Видите, как Wargaming играет? Он красавчик. Он жесткий игрок. Он, видите, сколько старается на Тони. Но, к сожалению. К сожалению, у него не было шансов. Два боя ему слил. Успех. Интересно, попадет ли он в третий бой? Как вы думаете со мной? Или против меня опять? Ну, сделаем выводы потом, наверное. Но еще третий бой мы, конечно, сыграем. Там жираф тот, который сбежал, да, остался против нас. Ох уж эта жирафская морда. Сбежал, бросил команду. Ну, хотя там вся команда сбегала. Там сложно сказать, что он один сбежал. Ну, вот как-то так. Задушили, получится, все, что было. Ну, в реальных боях лучше с нормальной командой берите, конечно, дефибриллятор. Потому что то, что у меня там сейчас это коса, это чисто по фанчику. Чисто по фанчику навести, так сказать, устрашение на противников. Лучше сюда взять дефибриллятор. Сборочка будет намного эффективнее и интереснее. Или тот же кол адреналина, опять же, да? Если у вас фей недостаточно высокого уровня, чтобы вы были, к примеру, самым высоким уровнем, да, в бою. Если такого нет, то лучше все-таки берите укол адреналина тоже. Будет у вас больше выживаемости, будете меньше доставлять проблем своему скваду, да? Даже когда вас будут взрываться. Будете выживать там, где нужно выживать, и это будет все делать хорошо. Ну что, вроде бы вот, видите, Тоника, да? Вроде бы опять против нас попался, ну посмотрим. Вдруг это не он. Возможно, в этот раз ему повезет, он сможет вытащить бой. Ну, кстати, он же тоже, мы стараемся же сейчас набивать силы для клановских боев, да? Хотя, конечно, это уже не нужно, потому что там очевидно, что наша победа. Обидно, конечно, что мы так легко победили. Не хотелось такого легкого, такой легкой победы. Хотелось бы, чтобы был баланс, но, к сожалению, баланса, ребятки, нету. Просто он отсутствует. Интересно, в следующий раз нам, точнее, кинет в группу клановые бои жестких ребят или, наоборот, слабых? Как вы думаете? Легендарная граната? Братиш, оставь, ну. Вот гады. Вот жопные гады. Просто по-другому не скажешь. Ну ладно, что такое? Сами понимаете, да, это же игра зуба. Главное, что хотя бы в нашу, так сказать, команду попала легендарная граната, и фиг с ней. Хотя да, реализовать, конечно, легендарную гранату я бы смог получше. В разы, чем другие наши союзники, сокомандники, да? Блин, без дробовика драться, конечно, очень-очень неприятно. Капец, как неприятно. Плюс надо как-то еще маневрами здесь совершать. Наносить урон. По Руби, к примеру. Сложновато. Я попробую отгородиться от этих друзей, так сказать, каким-нибудь уроном дополнительным. Хоть чем-то, да? Руби вроде бы прокидывается неплохо по урону. Очень больно, кстати. Нас зажимают сразу урон. Блин. Какое же замедление дикое. Вы не представляете, ребятки. Какое же сейчас дикое замедление меня душит. А у меня не хватает сейчас... А мне сейчас не хватает возможности затащить это все. Просто-напросто не хватает возможности. Потому что задушили. А все как... потому что какой-то гений больной забрал у меня легендарную гранату. Спасибо больному гению. Ну и, кстати, минус очень большой — это дробовик. У Фэй это одно из единственных массовых орудий. И, к сожалению, без дробовика, как видите, ничего не получается. К сожалению, ничего не получается. О, мы выполнили задание по аптечкам. Давайте его залутаем и откроем легендарный набор. Посмотрим, что выпадет. Ну-ка, легендарный набор. Давай, выдай мне повторки. Неожиданно. 4. Ну, точнее, 2 4-звездочные повторки. Интересно, будут ли до конца дороги лап падать повторки? Мне кажется, что будут. Воу! Нико выходит на новый уровень. Нравится. Скоро будет 13 уровень Нико. Правда, 14, конечно. Да, еще не скоро будет, но все равно приятный бонусик такой. Подарочек красивенький. Скорее всего, вот с этого финального набора черного, возможно, будут карточки на следующую главу, на восьмую, да? Финальную главу. А вот со всех остальных, мне кажется, ничего не будет. Будут одни повторки. Ну, посмотрим. Нам надо выбить одну однозвездочную. Это цель, да? Выбить однозвездочную. Возможно, я все-таки смогу это сделать, возможно, нет. Выберем это задание. И, наверное, сыграем еще один прекрасный бой на фей. Попробуем, конечно, победить, но маловероятно, что получится. Все-таки обидно, когда у тебя забирают легендарный дроп и не умеют им пользоваться. Очень обидно.
потому что хотелось победить три боя подряд, но без дробовика. Вы заметили, как-то немножко везет на легендарный дроп, да? Больные животные. А все потому, что я немножко ускорился из-за чего-то. Из-за ботинка, наверное. И пробежал чуть дальше, чем нужно было. Это было печально. Ну, такая у вас судьба. Очередное больное животное отбирает легендарный дроп. Такова судьба. Да, ну мы закидываем сейчас сюда урончики, чтобы противнику не достались. Зака попробуем очимить. Он с копьем, он все залутал за секунду, понятно. Понятно. Ну, не везет, что я могу сказать. О, больные животные пошли умирать вниз. Командная работа, да, да. Она самая, ребятки. А я их спасать не буду. Хотя меня, скорее всего, сейчас убьют в спину. Спасать не буду, потому что они забирали у меня легендарный дроп. Поэтому я их спасать не собираюсь вообще ни разу. Но зато я попытаюсь забрать легендарный дроп и воспользоваться им, конечно же. Что у меня должно получиться достаточно хорошо. Правда, мне очень больно сейчас. Прям очень больно. А Зак здесь был? А я думал, он убил... Я думал, он далеко был. Что за прикол? А как так получилось, что Зак был там? А... Как они меня убили вообще? Офигеть. Полнейший бред случился только что. Ну, вот так вот. Больные животные в скваде, это, конечно, два боя подряд немножко на что-то повлияло. А вот противники, которые старались и играли адекватно, это, конечно, тоже сильно повлияло. Да... Вот всегда вот так выиграешь и думаешь, как можно быть таким больным животным? А вот так вот можно быть. Да. Не понимаю все равно, почему я в конце умер. Я, конечно, понимаю, что меня фламинго выстрелил с лука и убил. Но там легендарный дробовик залетал по 5 противникам. Кусты. Граната туда залетала по 5 противникам. Кассетка залетала. Там такой, ну, такой урон ушел огромный. Плюс регенерация от этого урона должна была идти такая же огромная, но почему-то меня убили. Я очень удивлен немножко в этом моменте. Бывает, бывает, что я могу сказать. Все-таки, наверное, лучше убрать эту косу, так сказать. Перестать устрашать и надеть вот такой вот предмет. Или вот такое вот все-таки. Даже для больных животных, но пусть он хотя бы щитком твоим побудет какое-то время, да, так сказать. Чем побудет трупиком, которого тебе нужно спасать. Ну, конечно, не обязательно спасать, но желательно, да. Потому что противники-то аптечки с этих больных животных потом налутают и победят тебя. Поэтому минусы, конечно, есть, но... Это с учетом того, что ты не Никс. Если ты Никс, то тебе по барабану, сколько у тебя союзников в команде. Потому что ты аптечки с них залутаешь и убьешь склад противника соло. Именно так. Ну это, ладно, на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не болейте, не скучайте. И всем пока-пока.